Новый руководитель следственного управления Якутии Александр Заболиченко провел свой первый выездной прием граждан в Покровске. Но на встрече с личным составом Хангаласского следственного отдела главный следователь республики отметил, что работа по обращениям граждан должна проводиться самым тщательным образом. Напомним, генерал-майор юстиции Александр Заболиченко до перевода в Якутию занимал должность руководителя следственного управления Сахалинской области. Основные направления деятельности, они известны, широко освещаются в прессе. Это работа по расследованию коррупционных преступлений, работа по рассмотрению сообщений и расследованию дел в отношении несовершеннолетних, вопросы невыплаты заработной платы, налоговых преступлений, ну, соответственно, тяжких и особо тяжких преступлений.